Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Роксвилле. И как вы поняли, получилось победить Бак. Спасибо огромное Нативелю. Прям с его комментария все получилось в два шага на самом деле. Но вы видели, там запись была перед началом этого летсплея. В общем-то, у нас сейчас очень много интересных дел здесь предстоит. Во-первых, выжившие, посмотреть, как они будут реагировать на нас, согласятся ли они прийти к нам в группу. В общем-то, здесь, да, эти забаговыши так и остались стоять. Теперь мы белым человеком играем, усатым. В общем-то, надо будет еще грядки сейчас посмотреть. Ну и, соответственно, здесь сторож кладбищенский тоже у нас остался, все хорошо. Так, давайте сейчас подымем часы, посмотрим, сколько времени, попьем водички, там бутылочку, все это сейчас сделаем, подготовим нашего чувачка, так сказать, к жизни. Так, смотрим. Часы. Берем, в общем-то, это, да, получилось какой-то странный баг. У меня такой первый раз было. Так, ну я думаю, здесь надо все брать. Взять все. Даже банка кофе осталась. Бутылка воды почти целая. Так, топорик у нас тут есть для рубки деревьев. Причем остался он целый. Давайте его на спину. Надеваем кожаные перчатки. Ключница. Так, к себе ее закидываем, будет у нас две теперь ключницы. Смотрим, что у нас здесь лежит. Пустая бутылка с водой, сломанный топор. Ну да, здесь есть дубляж вещей. То есть, все равно от этого бага они задублировались. Ну, я думаю, ничего страшного, блин. Зато мы сможем продолжать в этом же мире, потому что, ну, очень странно. Раньше было, как бы жмешь кнопку «Продолжить», создаешь в том же самом городе персонажа, и все получается как раньше, все хорошо было. А в этот раз то ли из-за выживших, то ли из-за чего-то еще, в общем-то, такая канитель случилась. Так. Сейчас мы все это заберем, чтобы оно не валялось. Нужно будет сумку найти на плечи. И займемся, наверное, что, строительством. Бревна-то мы подготовили, все сделали. Сейчас будет что-нибудь интересное постройки. Но сперва надо выживших посмотреть. Так, давай-ка. Болтать. Да, это место достаточно безопасное. Да, я бы сказал, оно самое безопасное, наверное, в этой игре. Так, дать приказ, проверить состояние, призвать к оружию. Угу. То есть мы можем уже просто ими что ли управлять, даже не надо приглашать в группу. Так, давай-ка тогда, где у нас было следовать, собирать трупы. Блин, вечно в этих списках у меня все это разбегается. Следовать. Таков план. А ну. То есть ты уже все. Ты ходишь со мной, ты меня слушаешься, правильно? Хватит там на скейте кататься, давай иди сюда. У нас новые правила в городе. Новый мэр пришел, беги сюда. Мне кажется, она какая-то раненая. Или как-то ходит забагованно. Так, дать приказ. Стоять. Стой здесь, хорошо. Че, я думаю, каждого потыкаем, посмотрим. Дать приказ. Если им интересно дать команду отдыхать, они сядут на землю. Интересно, интересно. То есть ты тоже все следуешь, все хорошо. Так, тогда давай, стой.
Значит, они все будут с нами взаимодействовать. Что-то там забегало. Я же говорю, стой. Товарищ Спифыч, ты здесь долго сочевал на кухне. Ну-ка, отдыхай. Что ты будешь делать? То есть ты просто побродил, так походил, и это называется отдых. Окей. Так, мы же здесь бросили пилу, все дела. Кстати, да, давайте сначала сумку возьмем. Сумка. Надо вспоминать, куда все это я закинул. По-моему, у нас сумка была вот здесь. А вот я ему дал отдыхать, то есть он будет теперь бродить по городу, делать вид, что он живет. Ну-ка, давайте сейчас всем тогда прокликаем отдыхать и посмотрим, как они себя поведут. Сейчас только сначала сумку мы найдем. Не там я ищу, да? Так, повесить на спину. В общем-то, да, персонаж у нас... А почему она синий стала? Брали зеленую. Хотел зеленую. Ну ладно. А... Так. Мы их две взяли. Все понятно. Ну и что ты не скидываешься, этот мешок? На землю скинулся. А в шкаф не кладется. А, в шкафу у нас почему-то... блин. Все, понял. У нас вот того персонажа... По-моему, меня Спифа подфаршмачил немного. У нас у того персонажа был этот... у него организованный был скилл. По-моему, этому я не взял. В общем-то, что я ему взял? Тонкую кожу, высокую жажду, хрупкий курильщик, не любит книги, слабый желудок, хороший аппетит. Склонный к болезни, воскресный водитель, ночная сова, естественно, кошачье зрение, шустрый, храбрый, незаметный, грациозный, везучий, хулиган, сильный в форме и недобор веса. Ой, вот теперь все контейнеры у нас переполнены с лихвой, то есть мы можем 15 складировать, а здесь 18,79, то есть, ну, забыл я про этот перк, ну ладно, ладно, переживем как-нибудь это, переживем. Конечно, обидно немного, но что поделать. Ну, поскольку у нас недобор веса, и тут, короче, это, надо молока попить. Потому что электричества нет, а этот генераторный журнал надо еще искать будет. И молоко, скорее всего, испортится. Поэтому мы сейчас его попьем. И фиг его знает, что как дальше будет. Так, давай-ка тоже дать приказ на отдых. Отдых. На отдых. Новый мэр сказал на отдых. Тоже отдыхаешь. И чё вы все это, куда вы делись? Так. А, они там разбредаются потихоньку. Этого так подрали, что у него даже комбеза не осталось. Теперь они будут здесь шастать и бродить. Хорошо. Главное, чтобы никто не потерялся. У нас всего их 4, что ли, получается? А нет, 5. Я ж тебе дал приказ. Отдыхай. Так, а мы с вами должны взять пилу. Все ништяки сейчас я в рюкзак быстро перекину и попилим бревнышки. Куда это вы там вдвоем собрались, а? Так, ладно, пила, идешь сюда. Это мы назначим на пояс. Не знаю, правда, зачем она нам нужна. Мы топорами все равно пользуемся. Отвертку тоже взять. Так, хорошо, это очки авиатора надеваем. Семена у нас валяются. Блин, сколько здесь дел теперь на базе у нас. Ходят теперь кругами всякие здесь. Так, ну вот здесь место есть. Мы можем сюда, наверное, кофе скинуть. Бета-блокаторы. Идете сюда. Витамины сюда. Да, немножко такой рутины теперь есть. Надо все это подготовить, сделать. Но что ж поделать, будем все вместе с вами делать. Чтобы все было четко и понятно, что здесь происходит. Да, я думаю, и так на самом деле все понятно.
Ты тоже идешь сюда. Интересно, мы можем поспать? Теперь они будут все здесь в этой конуре толкаться, ходить. Одна вот только не приходит. Я ей дал команду отдыхать, все равно там тусуется. Мы недостаточно устали. Ну ладно, дайте пройти, блин, товарищи выжившие. У нас опять голод. Сейчас пильнем, короче, все эти дровишки. Посмотрим, сколько у нас досок получилось. Ну что ж, пильнули мы, значит, все это на дощечке. 33, 87, 99. Нам сегодня точно хватит построить. Все будет нормально. Так, у нас голод, тревога. Сигаретку, давайте сигаретку. Сигаретку скурим. Так, перекуривай. Вот ты мне нравишься. Я тебе дал команду отдыхать, а ты все равно здесь тусуешься. Этот склад будет твоим, будешь там ответственным. Отлично. Так, ну-ка отошли от холодильника. Вы не заслужили еду. Блин, молоко испортилось, я прошляпил этот момент. Ну какого фига? Блин. Надо было сразу пить. Чё вот я как бы экономная душа такая? Нам еще тачку, кстати, надо разгрузить. Давай, грибной суп, открывайся. Так, вы там не толкайтесь, а то я знаю, это может к летальному исходу привести вас. Давайте, сейчас я у тачки похаваю. Дайте пройти. Ну ты точно отдыхать не хочешь? Ты будешь дежурить здесь стоять? Вот, масло, мы его сейчас прям съедим. Бутербродов точно мы не наделаем, весь хлеб испортился, а вот съесть масло это нормально. И хорошо бы на самом деле поспать, лечь. Так, гвоздики, гвоздики, гвоздики. 168 гвоздей берем. Взять штуку. Взять еще штуку. Распаковать. Нет, нет. Да не все 7. Да ё-моё. Вот так вот. Дайте поспать человеку. Во, хорошо. Во, 8 утра. То, что надо. То, что надо. Бездельники. Сейчас мы начнем с вами, наверное, обшивать. Можно со склада начать, он больше всего и нормально будет. Заодно сейчас стройку покачаем. Так, суп. Во, йогурт пока еще свежий. Вот это мы сейчас точно съедим. Вот это упускать точно уже нельзя. А то попортится и будет. Будет огорчать меня эта вся новость. Плавленый сыр уже не свежий тоже. То есть, ну. А когда есть чипсоны, это вообще хорошо. Это мы сейчас, значит, массу быстро наберем. Никаких проблем, у нас уже вверх все пошло. Так, доски. Да, кстати, что у нас там по навыкам-то? Сила у нас на девяточку, что очень хорошо на самом деле со старта. Топоры единичка, длинные дробящие единичка. То есть, допустим, мы сможем ломом всех хорошо выносить и быстро его, в принципе, вкачать же. Легкий шаг единичка, бег на двоечку. Строительство, пока я пилил, вот оно и прокачалось почти на первый уровень. Но сейчас быстро все это прокачается. Книжки, по-моему, у меня все равно не было. Давайте начнем зашивать... Да с задней стенки или с любой. Сейчас кривые стенки эти будут делаться. Придется их просто потом переделывать. Ну, в общем-то, погнали, что делать тогда. Или мы не можем делать. А мы даже первый уровень-то не можем делать. У нас строительство не позволяет. То есть нам нужно второй уровень строительства сначала сделать. Жесть какая-то. Могу деревянные кресты наколотить. Но опять же, как бы, их потом просто это... Я не хотел ставить, а хотел памятники поставить, ну... Бегаю туда-сюда без дела.
Придется идти что, кровати сейчас разбирать? Давайте кресты построим. Ну, придется, да, идти что-то разбирать. Короче. Значит, сейчас пойдем посмотрим, что там есть в ближайших домах. Главное тоже не скиснуть сразу с этим делом. У нас, кстати, еще морковка здесь растет. Где информация? Хорошо полита, все остальное неизвестно. Да, долго что-то она вырастает на самом деле. Так, сейчас мы тут еще подкушаем. Так, ну что, пойдемте в ближайшие вот эти домики, сейчас это поразбираем что-нибудь там. Инструменты-то у нас есть, все есть. Собрался он тут строить, блин, нифига не умеет, палец о палец стукнуть не может. Кстати, там наш бывший член команды, если что, вот лежит, его надо будет тоже забрать. Так. Погнали разбирать. Так, и первый левел мы получили. Хорошо. Кстати, здесь что, пусто? Давай тоже разбирайся. Первый левел у нас есть, это хорошо. Вот, деревянный пол теперь строится. Значит, на нем мы сейчас и вкачаемся в дальнейшем. Можно, конечно, разобрать еще дверь. Так, хорошо. Кстати, давайте это заберем. Шкаф бы я даже, может, не разбирал, а оставил бы себе, потому что, ну, хороший шкаф мы построить сейчас быстро не сможем, он будет кривой, а этот можем к себе забрать. Кстати, по поводу воды. Наполнить бутылку воды. Тоже сейчас все это разберем. Раз уж мы в этом домике. Так. Хорош. Так, а это? Это не прокликивается. Окей. Что у нас по навыку? Начал второй вкачиваться. Нужно 150. Жалко, да, что книжек мы не нашли нигде хороших. Кстати, чего у этого выжившего могло быть интересного? Абсолютно ничего. Единственное, что бейсбольная бита в хорошем состоянии. Ее мы заберем. Так, ну там зомбарь стоит, грустит. Нам вот этот дом надо посмотреть. Здесь вроде никого не было. Во, кровать — это хорошо. Было 18, стало 28, да. Кровать — тема. Продолжаем наш разбор, блин. Разбор мебели.
Давайте сейчас все это в темпе быстро мотану опять. Какого фига? Еще один. Много вас. Откуда вы пришли здесь, гады? Не, никого же не было. Стучал себе, стучал в доме спокойно. Нет, надо прийти, все испортить. Плохие зомби. Так. Еще ничего полезного не принесли мне. Так, продолжаем. Итак, дорогие друзья, вернулись мы на базу. Я прихватил, кстати, генератор, который мы сейчас сразу в уголок здесь сбросим. Немножко поразбирали, покачались. О, вроде все созрело. Оно поменяло как-то свой вид. Так, генератор у нас в руках. Генератор. Кстати, я что заметил, там какие-то на полках я полазил, и получается, то ли с перфом везучий, то ли как-то еще появились новые вещи. То есть есть смысл теперь заново по городу, что ли, полазить, поискать. То есть, да, мы можем собрать урожай. Пусть пока в земле еще поторчит, потому что, блин, где все это хранить? Нужен журнал по генераторам срочно будет найти. Здесь, кстати, тоже уже прогресс пошел. Все растет. Видно, что, да, помидоры завязались уже. Так, у нас с вами, значит, деревянный пол ждет. Ждет своего часа. Так, 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 так. Давайте все это сейчас лишнее я скину. Садовый опрыскиватель, кстати, нашелся. Что-то я его, правда, не заправил. В этих домах там остатки были. Остатки воды в раковинах. Можно было все это сделать. Огнетушитель тоже прихватил на всякий случай к генератору. И темно-серый ковер тоже взял. Кстати, его так скинуть нельзя. Его надо либо положить, либо... А что вы здесь все тусуетесь? Либо убрать в какой-нибудь шкафчик. Но мы можем, в принципе, наверное, его положить, да? Можем. Можем сделать здесь вот коврушку такую. Правда, я не весь взял, потому что там диван еще был. И диван не получилось у меня взять. Поэтому будет кусочек ковра здесь лежать. Потом доберем, сходим. По-моему, что-то не так я сделал. Да. Ну-ка, поднимайся. И вот теперь вот правильно будет. Рисунок не сходился. Теперь будет сходиться. Отлично. Да, по строительству, блин, книжек не было там у нас. Ну-ка. Газосварка. Ну, журналы, кстати, надо будет все это прочитать заново. Электрика вот здесь хорошо, первый том есть. А строительства не было. Даже, по-моему, здесь в ящиках не было. Здесь только журналы. Звероловство. Собирательство. Так, а в этом ящике? Там, по-моему, у нас только третий том был. Вот здесь он, по-моему, и лежал. Механика, газосварка. Да, строительство том третий. Но это как бы до него вообще пятый, шестой уровень. Это жесть.
Так, тогда получается, можно будет... А куда вы все ушли? Зомби. Оставили после себя какие-то пятна. Ага, там нарисовался один. Ушли на прогулку, значит. Главное, у нас тот стоит, не вышел, и все нормально. Значит, все в безопасности. Так, у нас сонливость, да, появилась? Сейчас мы тогда поспим лучше. Блин, да что ж такое? У меня все как бы это... Все хочется сделать, и глаза разбегаются на самом деле. Так, кури сигаретку. Отлично, покурили. Так, давайте сейчас поедим чипсонов. Набор веса у нас 61 идет вверх. А, вот ты где уже тут рычишь? Злобный клон нашего сторожа. Мне чипсоны, давай. Едим. Сейчас накидаем полов. Да погнали. Полы это полы. Это нормально. На них все равно потом плитку там, ну, либо паркет класть, поэтому как выглядит под этим. Сам пол деревянный не имеет никакого значения. Строим. Строили мы с вами опять пол, но с помощью такого метода очень медленно на самом деле прокачка идет, ну, 112, осталось до 150, чтобы начать хотя бы эти кривые стены делать, просто я как думаю, можно и кривые стены на самом деле поделать, потому что потом немножко досок туда добавляешь и улучшаешь, когда, ну, естественно, когда навык-то больше, лучше становится. Так что можно будет еще сейчас пол заложить, просто, блин, еще те здания не достроили, еще новые полы достраивать. Я все-таки думаю, наверное, лучше будет, если я в офлайне похожу, поразбираю здесь мебель и вкачаю стройку. Ну, либо не в офлайне, вы можете написать в комментарии, что не надо в офлайне это делать, а можно во время записи все это пописать, поделать, как бы просто в ускоренном темпе. А на сегодня, я думаю, надо остановиться, потому что что-то как-то у меня слишком глаза на все разбегаются, надо... план действий составить, потому что я сейчас до того момента, как начать играть, пытался же восстановить этого персонажа. Получилось забавно. Ну все, все, не хрипи. Я знаю, у тебя там лут есть, но мы тебя убивать не будем. Надо будет еще журнал по генераторам найти. В общем-то, за этого персонажа появилось много-много разных дел. С навыком везучий появился то ли новый лут, то ли из-за того, что старого персонажа мы удалили и поставили нового персонажа. Не знаю, как игра все это дело читает. В общем, на самом деле все это интересно, и надо дальше со всем этим разбираться. Но на сегодня давайте остановимся. Конечно, планов я постройки сегодня не выполнил, но мы обязательно выполним его в следующий раз. Так что подписывайтесь на канал, никуда не уходите, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик, и всего хорошего. Пока.